Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор пустых баночек за декабрь. И снова набралась огромная коробка, мы сейчас специально посчитали, и по ценам текущего каталога, то есть какие-то продукты без скидки идут, какие-то со скидками, получилось 337 баллов, и в рублях это более 16 тысяч. Ребят, только задумайтесь, что если бы я эту продукцию заказывала у консультанта и переплачивала бы эту надбавку, это получилась бы очень внушительная переплата. Поэтому я всем рекомендую иметь свой собственный дисконт в Oriflame и как минимум экономить свои деньги. Итак, поехали посмотрим, что же у нас получилось. Вот такая вот большая пухлая коробочка в этот раз. Первая коробочка. Это Wellness Cocktail клубничный. Я его очень люблю, но на первом месте у меня все-таки ванильный. Но иногда бывает надоедает один и тот же вкус, хочется чего-то другого. Пью коктейль, стараюсь постоянно. Конечно, бывают дни, когда я забываю про него, пропускаю. Но когда его пью, я чувствую себя просто умничкой. Шучу, конечно. Почему я пью коктейль? Он очень полезный. Он полезен для всего организма. Это полноценный белок, который мы должны получать, в принципе, из еды, но, к сожалению, очень мало таких продуктов качественных, с которых мы получаем необходимое для работы всего организма питание. Поэтому я дополняю коктейлем и витаминками. Сразу покажу витамины. Вот это мои любимые витаминки Wellness Pep. Здесь 21 пакетик. Хватает на как раз действие одного каталога. И нужно выпивать в день просто один пакетик этих витаминок. Там омега-3, астаксантин и одна такая пилюлька. Это мультивитамины и минералы необходимые. Вот это в комплексе дает очень классный эффект. И многие меня спрашивают, как тебе удается так классно выглядеть? Конечно, я ухаживаю, как и все снаружи, и кремики, и масочки, все делаю, полный комплексный уход на вейдж. Но самое главное, это дать клеткам питание, чтобы клетки были здоровы, ведь кожа состоит из клеточек, и чтобы она была упругая, красивая, сияющая. Клетки должны быть просто красивые и здоровые, поэтому дайте им питание, и они постепенно все восстанавливается. И волосы, и ногти, и кожа, все становится красивее день ото дня. Также у меня здесь где-то есть баночка. Отдельно мы пьем также астаксантин, я покупаю вот таких баночках. И если бывает такой период, например, чувствуешь, что заболеваешь, или какое-то состояние немножко сонливое какое-то, да, вот я просто выпиваю дополнительно 1-2 капсулки астаксантина, и получается классный эффект, такой, ну, как бы бодрящий, оздоровительный. Поэтому такую штучку нужно всегда иметь дома. Далее, для волос очень много средств у нас уходит по уходу за волосами. Еще один бальзам закончился. Я люблю эту серию, это у нас восстанавливающий кондиционер для волос. И мне это очень актуально после того, как я сделала смывку, волосы изменились, они стали, ну, намного хуже по качеству, чем раньше они были. И я масками, бальзамчиками их сейчас реанимирую. Вот такую маску мы тоже закончили. Мед и молоко, хорошая маска. Вот даже баночка пахнет очень хорошо вот этим медовым вкусом. Мне нравится, как она напитывает волосы. И они вот сразу после бальзама или после маски сразу ощущаются, в волосах появляется такая сила, вот крепость. И вот эти продукты мы постоянно перезаказываем. Если вы смотрели мои предыдущие ролики, то увидите, что у меня почти в каждом заказе есть какая-то маска и кондиционер. Также для волос еще одна масочка закончилась для окрашенных волос. Тоже я ее люблю, но мне, кстати, больше все-таки нравится маска восстанавливающая. Я ее как раз заказала с первого каталога. Она там с хорошей скидкой идет. Восстанавливающая маска мне прям очень нравится, больше, чем для окрашенных волос. Также для волос закончился шампунь. Это шампунь-стимулятор роста волос. Вот реально есть эффект, особенно если все делать в комплексе, еще добавить тоник и делать маски, и пить wellness коктейль и витамины, все в комплексе дает такой эффект, что волосы меняются. Просто сам волос, конечно, вот то, что здесь уже, да, отросшее, оно не может у нас измениться, оно может напитаться, стать менее сухим, ломким, но наша задача сделать то, чтобы новые волосики росли здоровые, сильные, крепкие. И вот именно эти продукты, они дают желаемый результат.
Также у нас для волос закончился шампунь. Это старая серия, вы такую вряд ли вспомните. Шампунь для нормальных волос с бузиной и яблоком. Я очень люблю все, что содержит яблочко. У меня сейчас тоже один из моих любимых шампуней с яблоком и бамбуком, по-моему. Ну, самое главное, фокус у меня на яблоко. Я люблю эти шампуни. Они действительно классные, хорошо ухаживают. Несмотря на то, что это не HRX, да, не профессиональная серия. Волосы чистые, волосы легкие. У меня даже вот от серии HRX есть ощущение такое, что волосы как будто бы такие тяжелые. Но это и понятно, потому что задача у профессиональной серии, помимо того, чтобы помыть волосы, еще и дать очень мощный уход. То есть они как бы обволакивают эти компоненты, каждый волосок, и тем самым защищая, укрепляя, напитывая. Но ощущение того, что какая-то тяжесть есть. У меня, например, просто у меня волосы густые, длинные. И для меня это, конечно, прям вот очень ощутимо. Ну, самое главное, еще хорошо промыть голову. Так, что еще для волос закончилось? HRX сухой шампунь. Мы его, ну, не то, что прям вот эксплуатируем, но я его называю палочкой-выручалочкой. Он очень удобный, потому что вот надо его взболтыхать, распылить на волосы, встряхнуть, расчесать все. И он дает эффект, как будто бы это сухая чистка волос. Но злоупотреблять не нужно, потому что все равно это не мытье головы. Это дает временный эффект, когда вам нужно срочно привести голову в порядок, а времени нету на то, чтобы сделать марафет капитальный. То есть помыть, напитать бальзамными масками, высушить, уложить. Да, просто нужно придать вот ощущение чистоты. У меня буквально вот он закончился, дочка вчера подбегает: «Мама, мне срочно нужен сухой шампунь». Я говорю: «Ну зачем?» Она: «Ну вот я решила погулять, а ну как бы долго готовиться, волосы тоже у меня длинные». Вот. Ну, конечно, это вот в таких ситуациях палочка-выручалочка. Далее, закончились сразу два масла у меня и у дочки. Это спрей-масло для волос, и больше на нем ничего не написано. Ну, что я могу сказать? Это масло с распылителем. И оно мне нравится очень сильно. Есть у нас также масло, нет, не закончилось еще, масло с дозатором. Более густое такое питательное. Это более легкое. То есть если вы не любите ощущение тяжести и такого, чтобы не было жирности, то лучше брать масло-спрей. Оно также с органой, с розой, с маслами, с очень ценными. Он также шикарно восстанавливает волосы, ухаживает за ними. Волосы становятся такие гладенькие, блестящие, напитанные. Я его очень люблю. То есть у нас такого не бывает, чтобы масло вдруг и нет дома. А сейчас, вот когда у меня волосы так подсохли после смывки черного цвета, я наоборот себе взяла вот это жирненькое масло, и у меня волосы его впитывают просто как губка. Мгновенно я наношу очень много, и оно все уходит. Даже нет вот ощущения, что у меня что-то на волосах лишнее. Так что, как видите, уход за волосами у нас занимает очень много. Так, по-моему, с волосами все. Сразу одновременно закончились одна за другой три зубные пасты. И как вы видите, они все разные. Одна у нас, не вижу, что написано. Значит, одна травяной комплекс, отбеливающая и защитная. То есть три разные пасты, мы их чередуем. Я больше всего люблю травяной комплекс, защитную. Отбеливающую я не злоупотребляю, потому что ей не рекомендуется пользоваться часто. Лучше курсами. Например, пользуетесь 1-2 недели, убрали, достаете какую-нибудь другую пасту, пользуетесь месяц-полтора этой пастой. Но я вот такой вот отбеливающей пастой пользуюсь, например, если куда-то нужно идти, там, на фотосессию, да, потому что она реально сразу дает эффект, что зубы светлее, как-то чище, так ярче выглядят. Поэтому вот три тюбика ушли, и я сразу достала три новых. Для лица очень много средств. Это дочкина закончилась, по-моему, очищение. Да, для умывания. Гель для умывания с алоэ вера. Я все время беру какие-то серии. Или Optimus, или чайное дерево, или алоэ вера. Да, что-то вот такое, ну, пока молодежное, потому что ей 19 лет, и ей вполне этого хватает, пока до новейдж еще рано. Закончила средство для снятия водостойкой косметики с глаз. Это мое любимое средство, оно у меня всегда в ходу. Я его люблю больше всех наших средств, больше даже, чем новейдж, тоже для очищения, потому что оно самое крутое, снимает очень легко и быстро косметику.
просто до чиста, не остается ничего. Я даже потом сколько раз брала чистый ватный диск, еще наносила средство, протираю, ваточка чистая. Вот для меня это показатель чистоты. Закончился очередной флакон мицеллярной воды. В основном его использует дочка. Я изредка, потому что я предпочитаю все-таки очищение такое, чтобы пеночка была, намылить лицо как следует. Мне безумно нравится новинка NovAge, гель-тоник 2 в одном. Оно не сильно пенится, но оно очень круто очищает кожу. А с мицеллярной водой я приспособилась, пристрастилась, так скажем, очищать кисти. Мне очень нравится, потому что она реально хорошо их очищает. И потом их просто споласкиваю водичкой и сушу. Вот получается очень быстрая, хорошая очистка кистей. У меня закончилась сыворотка «Экологен». Люблю эту сыворотку, она прям прикольная. Сейчас я взяла себе сыворотку с лифтингом, как же она называется? Сиреневая. Лифт-эксперт? Не помню, забыла. Но мне больше всего все-таки нравится «Экологен». Не знаю, я всю эту серию обожаю. Все время беру себе один за другим. Да, у меня постоянно что-то заканчивается, я достаю другое, заказываю. Сейчас, кстати, 50% скидку все время трачу на, вот, на серию NovAge. Также для лица у меня закончилось два средства. Это средство для глаз. Я его больше всего люблю. Это экологен с шариком, с металлическим таким. Им просто классно так вот крутишь по глазкам, по массажным линиям. И он прям как будто бы снимает вот всю усталость, отечность, напитывает кожу. И кожа такая в тонусе, хорошая. Несмотря на то, что мне 44 года, вот уже весной будет 45, я очень довольна состоянием своей кожи. И всегда говорю, что это благодаря только вот NovAge и wellness'у. Потому что других причин нет. У косметологов я ни разу не была. И поэтому, как бы, что еще может быть? А если вы знаете, то получается, то, как мы выглядим, да, это вот наши 100%, 20% — это наши гены, 80% — это то, на что мы можем влиять. Это питание, сон, здоровый образ жизни, это вода, питье воды, это правильный уход, да, и так далее. Позитивное мышление, отсутствие стрессов — это вот все играет роль. И, конечно же, на первом месте у меня стоит уход. Регулярный, утром и вечером, каждый день. И закончился дневной крем, вот как раз он Ultimate Lift, да? Да, Ultimate Lift, правильное название. NovAge тоже. В NovAge можно все серии миксовать. Например, ну, надоел какой-то крем, можно взять из одной серии. У меня сейчас заканчивается как раз ночной крем. Я брала осветляющий, попробовать мне он очень тоже понравился. То есть дневной у меня был Ultimate Lift, сейчас достану экологен. То есть можно все как бы друг с другом смешивать, потому что, ну, нам, девочкам, это понятно. Бывает, надоедает одним и тем же пользоваться, хочется другого цвета, другого формата что-то. Поэтому я вот так делаю. Это у дочки закончился крем тоже для лица Алоэ Вера. Тоже ей нравится. Сейчас я ей заказала новенькие кремики, потом покажу в обзорах. Она вот прям ими довольна. Так, что еще для лица? Ну вот, в общем-то, все. Закончился праймер у дочки. Она прям его аж расчекрыжила, разрезала на части. Потому что праймер, ну, это такой продукт, прямо здесь пусто-пусто, который нужен нам каждый день. Каждый раз, когда я его наношу, думаю, как мы раньше без него жили? Неужели раньше не могли придумать такую классную штуку? Потому что как здорово ложится тональная основа. Поры практически не видно, кожа такая матовая, красивая. Макияж очень хорошо держится. Вот если с праймером наносишь, макияж вообще держится очень классно. Так, что у нас тут еще? Немножечко для губ. Ну вот бальзам с вишенкой не закончился, но уже он старенький, мы его просто решили выкинуть. Он был у дочки. А у меня закончился бальзамчик такой с миндальным ароматом. Такая красивая упаковка, тоже прям все, впритык. Хороший бальзамчик. Я его даже брала, по-моему, это уже вторая упаковка. Дочки тоже брала. Мне нравится, как его оформили. Я, наверное, как художник на это смотрю. Мне нравятся все эти извилистости, эти цветочки, все, орнамент. Мне даже, честно говоря, жалко выкидывать эту крышечку. Ну,
Ничего, выкинем. Новый купим. Так, для ухода за руками мыло, два кусочка. Кстати, вот это прямо сейчас уже заканчивается. Микки Маус, это детское мыло, прикольное такое и по форме. Оно как сфера такая, вот, ну, как летающая тарелка плоская, круглая. И уже закончился новинка мыла. Essence and Go. Это у нас с бергамотом. Да? Это новинка. Ничего, ничего так, мне понравилось. Мне вообще, в принципе, нравится наше мыло, особенно по качеству. И то, что они пахнут хорошо, и какая после них хорошая кожа. То есть чистая, но не пересушенная. То есть моешь ручки, и ручки мягенькие. Но в последнее время, кстати, я все больше и больше пользуюсь жидким мылом. И мы, конечно, открываем всегда, у нас есть мыло такое, потому что Миша, Лера, они моют таким. Я почему-то больше перешла на жидкое мыло. Мне так удобно нажала, быстренько размылила, смыла и все. А это кусок брать, мыли, там все такое. Вот. А еще закончился... Крем, нет, подождите, это крем. Крем для тела. Такая вот большая банка. Шведиш спа. Он, знаете, как объяснить? Он очень густой, такой жирненький, и у него нереально большой расход. То есть вот эта вот огромная банка, сейчас скажу, сколько здесь миллилитров. 200 миллилитров закончился буквально, я не знаю, я не успела, я только его открыла, его уже нет. Но мы, конечно, с дочкой вдвоем пользовались, очень крутая после него кожа, но выходит дорого. Просто если сравнивать, да, например, лосьон взять или какой-то крем в нашей банке, например, тот же мед и молоко, его хватает намного дольше, у этого расход огромный. То есть это такое удовольствие не из дешевых, но это реально удовольствие. Потому что вот этот густой крем, он такой вот как будто маслянистый, когда его наносят на кожу, он впитывается хорошо, и он оставляет кожу как будто помолодевшей. То есть она такая вот, знаете, подтянутая, упругая. Такой достаточно приятный аромат, он не резкий. Обычно вот, зачастую в сериях спа бывают ароматы резкие. Этот достаточно прям приятный, то есть такой... Даже остатки от баночки, ну, вызывают удовольствие вдыхать этот аромат. Ну, не дешевое удовольствие. Классное, но да, не каждый может себе позволить. И закончился очередной скраб медовый для тела, скраб мед и молоко. Вот я им когда пользуюсь, у меня четкое ощущение, что я выдавливаю себе в ладошку жидкий такой мед засахаренный. Его просто хочется съесть. Он очень вкусно пахнет. И он классно отскабливает всю кожу. И очень приятно пользоваться. Он не грубый. То есть у него нет жестких таких абсорбирующих частичек. Он очень классно очищает кожу, моет ее и ухаживает. И аромат от кожи класснючий такой. Поэтому один из моих любимчиков. И он сейчас как раз идет с большой скидкой. Тоже 200 мл в большой тюбик. И закончился один старичок. Я думаю, что вы даже такой не помните крем в очень красивой упаковке. Он был в какой-то новогодней коллекции. И что-то он у меня застоялся. Я его открыла, быстренько использовала. Очень хорошенький, очень маленький. Кстати, такие кремики удобно, вот 150 мл, удобно брать с собой в дорогу. Поэтому, когда бывают такие маленькие форматы, я всегда беру пару баночек, чтобы были. На всякий случай, если куда-то ехать, я без крема не поеду, потому что уход нужен везде и всегда, и дома, и в путешествиях. Вот, в общем-то, все, коробочка пустая. Я вам все рассказала, сейчас мы посчитаем, сколько баночек мы потратили. Получается... И я буду говорить, я вам уже рассказала, в принципе, что вот мне очень полюбилось, и я могу вам сказать наверняка, что я всегда буду повторять зубные пасты, маски для волос. То есть здесь, в принципе, уже такая устоявшаяся коллекция, которую я беру чаще всего. То, что у нас дома постоянно должно быть, потому что мы это любим, нам это нужно, и такая жизненная необходимость просто этим пользоваться. Вот, что еще хочу добавить. Вы, конечно, выбираете свой комплект уходовых средств, которые вам нравятся, но я всегда рекомендую пробовать что-то новое. Благо, что у нас в компании все время какие-то новинки приятные, и находить что-то свое, что-то любимое, то, что вам будет приносить не просто удовольствие, но и хороший результат. Итак, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Одного не хватило, зато веточка упала. Одного не хватило до 30. Получается, что мы на нашу семью тратим столько средств. Ребят, у нас всего 3 человека. Представьте, что если семья еще больше, сколько нужно средств, какой расход колоссальный идет на средства просто элементарно, которые поддерживают наше внешнее состояние в приятном таком состоянии, да, состоянии, забалтываясь. Поэтому я вам желаю классных покупок, хорошей экономии, любите себя. И если есть вопросы, задавайте в комментариях, или если хотите поделиться, чем вы пользуетесь, какой у вас любимый комплект продукции есть. Комплект? Да, комплект, скорее всего. Вот. И до новых встреч! С вас лайк, если видео понравилось. Никакого насилия. Пока-пока! GoPro, стоп видео!